Хто з батьків не хоче, щоб його дитина мала міцне здоров'я з перших місяців життя? Але якщо малюк недоношений, експериментувати із загартовуючими процедурами не варто. Лікар Комаровський розкаже, чому. Нутрілон. Рекомендація педіатрів номер один в Україні. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, читаю вопрос. Ребенок родился недоношенным на 7-м месяце. Врачи, выписывая нас из роддома, сказали, что он пока не может сам поддерживать должную температуру тела, и поэтому в доме должно быть очень жарко. С тех пор, а уже 2 недели прошло, все время живем при включенном обогревателе, кутаем его в одеяло. После прочтения вашей книги впервые подумала, а правильно ли мы делаем? Распространяются ли ваши правила на таких детей и как быть с нашей несовершенной терморегуляцией? Вот это интересно. Следует признать, что все, что вам сказали, абсолютная истина. Действительно, главная, самая важная особенность именно недоношенных детей состоит в том, что они не имеют адекватной возможности для регуляции температуры тела. Поэтому, именно поэтому во всех роддомах есть устройства, инкубаторы, кювезы, где выращивают недоношенных детей. Ну, коль скоро вас выписали домой, ситуация, конечно же, уже не такая критическая, и ребенок, по-видимому, может позволить себе некие контрасты температур. Тем не менее, я обращаю ваше внимание, что до достижения ребенком веса более 3 кг, и до достижения им возраста 9 месяцев с момента зачатия никаких экстремальных экспериментов быть не должно. Точно. Напомню также вам оптимальные параметры детской комнаты. Температура около 20 градусов, но ни в коем случае не выше 22. Влажность от 50 до 70%. Если подобные условия присутствуют, все будет у вас нормально. Фактически это не закаливание, это просто нормальная жизнь. Поэтому желаю вам от этапа недоношенности поскорее перейти к нормальной жизни. И все у вас будет прекрасно. До свидания, доктор.